Как я люблю гулять в Корее, особенно ночью, когда, конечно, по улицам и пьяные ходят, и разные, но они абсолютно дружелюбные и приятные люди. Это страна, где спокойно гуляешь. Вот сейчас 3 часа 20 минут. И вот мы тут стрит, небольшой город, мой любимый Джинджу, который люблю больше Сеула, безусловно. Он прекрасен. Все переливается, все сверкает. Все гуляют, потому что сегодня it's Friday now. Сегодня пятница. Корейцы большие дети, как я говорила. Большие дети играют в игрушки. А я уже выиграл. Ага. Подарочек от Cacao Friends. Babyface. Ну, вы знаете, что такое Babyface? Это ночной клуб так называется. С песнями Big Band. Молодежь просто funny. Wow. Yes, really cat. Мяу, говорят. Ну, о чем тут говорить? I love Korea. Вот этих кур я просто обожаю. И сделано так все красиво, как будто это не Пурадак, а как будто это Прада. Прада чикен, это лакшери чикен. Они действительно лакшери, они очень вкусные. С чесноком медовые, как мы любим. Все стильно продумано, от упаковки до униформы. Видимо, заслужил курочку в подарок. Вот такое меню, вот сам босс нас приветствует в меню. Ух, то медали у них дофига. Вот они все мои чиканы. Amazing chicken. Good, good names. I want a smoky. No problem. Oh, good. Привет. Say hello to Lemo team. Boma, how are you? Можно всю ночь бухать, гулять. Утром вот это пьешь. И не в одном глазу. Хоть на работу, иди хоть за руль садись. Ну, можно еще предварительно одно выпить. Замечательно. Это такие похмелин называется. А это витамин С. То есть витамин С. Все полезное. Вот этот напиток, это для волос. Это Power. Это разные чаи. 1+1=3. Ну, чё тут только нет. О, вот она. Манду Бибигон стоит сколько она здесь? 6000 вон. 6,8-48, да? 480 рублей. Но у нас она по 400, а в магните по распродажке я брал за 219 рублей. Вот эта Бибигон Манду, она теперь пофиг. Когда вы много выпьете, вам захочется пойти сюда, вот в это большое здание. Hammer Music Town. Раньше она называлась Happy Birthday Karaoke. Споемте, друзья. It's a
Thank you.